видископ. Ну, я могу сказать, что во время встреч, двух первых встреч с новым министром, Игорь Александрович Жданов задекларировал продолжение разработки реформы. До сих пор была предложена концепция реформы. И мы эту реформу разрабатывали как некую идеальную конструкцию для нашей страны, для условий, в которых страна находится, и направления, в котором страна будет развиваться. Очень важно ее сделать правильную. Потому что мы понимаем, что на разных этапах, по всевозможным объективным и субъективным причинам, происходят какие-то отклонения, происходят какие-то накладки, вызывающие, ну, скажем так, помехи в развитии. Но если конструкция закладывается правильно, идеалистически правильно, то тогда у системы есть шанс выжить и развиваться. Ну, сегодня мы находимся на этапе, когда министерство должно создать рабочую группу сегодняшнего дня, рабочую группу сегодняшнего дня, в которую будут включены максимально широкий круг представителей из разных областей сферы спорта. Мы пока не видели состав этой группы целиком, но вот люди, входившие в инициативную группу, когда была предложена реформа при Дмитрии Булатове, устно приглашена в состав этой группы, рабочей группы сегодняшней. Витископ. Спортивное видео.